Привет, парни! Как жизнь? Отлично! Мы рады видеть тебя снова на экране. Прошло много времени с тех пор, как закончились отбросы. Но ты периодически появляешься на экранах. Чувак, ну да, я как говно, которое не получается смыть. Да, чувак, я... Не знаю, надо ли было что-то выпрашивать, если честно. Я постоянно себя чувствую, как будто меня сейчас вышвырнут и скажут, что ты придурок. И мы не понимаем, как так ты смог зайти так далеко. Но знаем точно, ты чертов идиот. И вообще, ты можешь попасть в тюрьму за это. Да, чувак, это были крутые времена. И я чувствую себя счастливым, находясь здесь. Разговаривая с тобой, звучит так, как будто у тебя вчера была крутая ночь. Расскажи, пожалуйста. Ох, это было плохо, я напился в такие ебеня, чувак. Честно признаться, я вообще не умею пить. Где-то последние 1-2 года. Сейчас я вообще притормозил. Когда я был помоложе, я был просто безбашенным. Но прошлой ночью я, блядь, зашел слишком далеко. Я проснулся без штанов и даже не помню, как их снимал. Понимаешь, тут был полный пиздец, срач и беспорядок. Как ты нашел в себе силы приехать сюда? Было бы невежливо не приехать сюда. В конце концов, хотя бы один раз, иначе в чем смысл-то? В чем смысл-то? Это как будто 7-часовой трик. Мне это нужно было сделать, понимаешь? Я здесь уже 18 часов. О, да, бро, я понимаю тебя, это вдвойне тяжелее. Да, я себя чувствую таким неудачником. Так что мы можем ожидать от Кэссиди? Что привело тебя к этой роли? Если вопрос действительно об этом, то честно, ты не можешь не увлечься Кэссиди, он пиздецки смешной. Когда я читал сценарий, самые смешные моменты были связаны с Кэссиди. Другой день у меня была вычитка сценария на пару с Рут, и я читал его реплики. И я не знаю, как он их читал, но я мог только ржать. Это же охуительно весело. Очень-очень смешно, так что всегда есть над чем поржать от Кэссиди. Когда мне позвонили с предложением роли, я, кажется, был где-то в горах. И это было так. Ты хочешь сыграть вампира-ирландца? Нам просто нужно знать, какие у тебя планы. И я сказал, да, да, я буду, и похер на то, что это за проект. Как будто мне предназначено быть вампиром-ирландцем. Знаете, до этого в кино было довольно много сексуальных вампиров, и я положу конец этой хуйне. Спасибо большое за уделенное время, спасибо, бро.